Всем привет! Делаем тест грузоподъемности на дроне FlyHal FX1. Значит, дрон весит 612 грамм, аккумулятор трехбаночный, емкостью 3200. Есть три режима скорости для съемки и спортивный. Вот смотрим в режиме для съемки тяга. 305 грамм было. Соответственно, еще вес без мена 100 грамм, то есть тяга 400 грамм была. Сейчас переключим в спорт. Очень неудобно одному тут, видите. Еще и ветром его сдувает немного. Переключаем в спорт и смотрим еще раз. Так, давим вверх до упора. Не знаю почему, но сейчас почему-то меньше, 245 грамм. Вот такие пиковые значения. Значит, 405 грамм получается максимальная тяга. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.